Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. В этом ролике расскажу вам про саундбар Blue Sound Pulse Soundbar 2i. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. В описании вы найдете подборку ссылок на магазины с актуальными ценами и наличием. После просмотра переходите в комментарии и делитесь своим мнением, не забывайте ставить лайки. Благодаря удобной длине более метра и более 14 сантиметров в высоту, Pulse Soundbar 2i не самый незаметный саундбар, с которым вы когда-либо сталкивались. Будьте осторожны, если вы планируете настенный монтаж Pulse Soundbar 2i, весит он почти 7 кг. Саундбар с простыми ножками, чтобы стоять в вертикальном положении, и настенный шаблон с кронштейном, все включено в коробку. В задней части все соединения находятся в углублении, покрытом прорезиненным пластиком. Торцевые крышки саундбара, каждый с ярким логотипом Blue Sound, сделаны из того же материала. Передняя часть Blue Sound Soundbar 2i не имеет особенностей, за исключением тонкого светового кольца, которое подсвечивается разными цветами, в зависимости от того, чем саундбар занят. Blue Sound сочетает в себе мастерство Net Electronics с опытом PSB в области акустики, одновременно внедряя свою систему управления музыкой Blue OS для контроля беспроводной домашней музыкальной сети. Бесплатное приложение Blue OS для смартфона, планшета или ПК позволяет создавать плейлисты из вашей цифровой библиотеки или из множества потоковых музыкальных сервисов, и в случае с Blue Sound это могут быть файлы высокой четкости, которые могут передаваться на различные устройства Blue Sound по всему дому. Все физические соединения Blue Sound Pulse Soundbar 2i расположены в задней части. Они включают в себя питание от сети HDMI ARC, цифровой оптический 3,5-миллиметровый аналоговый, USB, предварительный выход сабвуфера и Ethernet. Другими словами, все, что вы могли ожидать. Беспроводная связь еще шире. Встроенный двухдиапазонный Wi-Fi и APTX HD Bluetooth. Apple AirPlay 2 тоже на борту. Поддерживается множество потоковых сервисов от Spotify, Amazon, Tidal и Deezer. Интернет-радио доступно через TuneIn и iHeartRadio. Управление через приложение BlueOSound BlueOS Controller. Оно понятное и четкое, поддерживает все самое удобное, что успели придумать для управления. Настройка выбора источника, регулировка усиления и так далее. Все доступно здесь. Приложение также важно для интеграции Pulse Soundbar 2i в многоканальную систему Blue Sound или для добавления пары беспроводных динамиков Flex 2i для создания объемного звука. Конечно, если нажатие кнопок или нажатие на экран вы не особо любите, вы можете подключить Pulse Soundbar 2i к устройству Amazon Echo и вместо этого говорить ему, что делать, пока на английском языке. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Напоминаю, что подборку ссылок на магазины с лучшими ценами оставлю в описании под видео. Жду ваши лайки и комментарии. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».